Видео называется «Годовщина в Алуште». Чистим зубы, подбираем лук. Останавливаемся на этом варианте. Общее фото на дорожку. Говорим пока Джой. Прощаемся с Джонни. До свидания, Томас. Первый салфач на улице, осознание дождя. Трясемся на вокзал. Стандартный хот-дог с района за 70 рублей. Топаем по мокрому асфальту. Огромные, удобные часы. Туалет 20 рублей. Салфач прямиком из сортира. Замрем на секунду и подумаем о том, куда мы вообще направляемся. Кто-то до сих пор ловит покемонов. Советская архитектура. Персона, которой я решил замазать лицо, заняла наши места. Осуждаю, не делайте так. Мы заняли другие места, соответственно. Благо троллейбус был полупустой, поэтому мне похуй. Мне тоже. Базаришь, покидая город, жуем, курим, нюхаем, курим, употребляем. Напоминаю, что путь держим из Симферополя в Алушту. Будущее вино в расфокусе, пожалуйста. Прибыли прямиком на набережную. Здесь существуют аутентичные виды и туристические. Дождь остался позади. Здесь прекрасная погода, море спокойное. Вкусный кофе, довольная жена. В поисках знаменитой чебуречной. Удалось найти все-таки, отстояли очередь. Уличные музыканты исполняют чужие произведения. А это что-то этническое. Новинка – чебурек с курицей, 100 рублей. Без своего соуса не выходим из дома, берем его везде с собой. Чебуреки получились полная хуйня. Соус выровнял, жена подтверждает. Тест – шаурма или шаверма. Поиск нашего отеля – это не он. Это не он. Это тоже не он, хоть и знак подходит. Куда кактус. Следуем по пути в навигаторе. На пути встречаем искусство. 4 звезды. Нет, не он. Искусство, которым вижу его я. Инсталляция жираф. Отель из прошлого, но и это не он. Очередной лайк за туалет. И наконец пришли. Пугает эта страшная хуйня. Распаковка номера отеля. Светлый, широкий, окна в пол. Принцесса в этом замке. Марио тоже здесь. Телек. Инвентарь, чтобы пить. Холодильник пустой. Благодаря этой штуке очень тепло в номере. Искусство под потолком. Пробираемся на балкон. Сейчас красиво улетят голуби. Осматриваем свои владения. Коты выпрашивают рыбку у местных рыбаков. Офигенски удобная софа. 25-й кадр. Представитель дурацкой французской комедии. Действует заказ в номера. Лучший крымский блогер попался мне тут в кадр. Вид. Чебуреки все-таки были ужасные. От них была изжога. Наконец, шаверма. Тест пройден. Гавкающие чайки. Наш гостиничный номер второй. Всегда кормим диких кис. Попытка напугать раз. Попытка напугать два. Неожиданный ход от моей жены, неожиданное развитие с моей стороны. Я обычно таким не занимаюсь. Ну, как говорится, ожидание – реальность. Как летом. Теплые камни слегка спасают. Не в***, здоровая хуй, прямо над нашими головами, за продуктами идем в припрыжку. Туалет закрыт. Инсталляция слоник. Кинематографичная прогулка от моей жены. Байкам тут рады. Возвращаемся домой. До утра как-нибудь доживем. Один из лучших фильмов по версии IMDb. Утро следующего дня. Всегда узнаю жену по татуировкам. Приведение себя в порядок. Рассвет должен выглядеть примерно вот так. Подсчет выпитого. Лекарство номер один. Лекарство номер два. От этой длинной хуй. А дальше домой в Симферополь. Стоимость номера в апреле 1600 плюс 400 рублей суточно ру. Слайды с косметикой перед вами. Ссылка в описании. Важная ворона. Селфи прощания. Кипарисы.
собирает себя на корм. Топаем к остановке. Море все так же спокойное. Штиль. Пирс. Проснан. Осмотр берега со стороны моря. Вид на набережную, строение, природу и буны. Обнаружено семейство медуз. С пирса открывается невероятно красивый вид. Идеальный горизонт. Сфоткай, типа случайно здесь стою, и темляк красиво фокусится. Лучший в мире соус. Доступен по ссылке в описании. Прощание с морьком. Памятная штука про советский фильм. Алушта бывает разной. Особое памятное место. Селфи мастера. Перерыв на кофе перед отъездом. Знаменитый кит. Апельсиновый бабл был хорош. Упортость. Пора домой к пушистикам. Наконечки у тети Наташи комплекс 150 на выбор. А я думал сова. Традиционный салфач из сортира. Проезд троллейбусом 111 рублей. Прибытие в Симферополь. Здравствуй, Джой. Здравствуй, Томас. Здравствуй, Джонни. Родной вид из окна. Конец выходных. Готовимся к рабочим будням.